Сноуборд Гну, модель Билли Гот. Данная модель создана для катания по трассам и по пухлому снегу и отлично подходит для людей с уровнем катания средним и выше среднего. Сноуборд имеет прогиб C3, небольшой рокер между закладными и два кемера в зоне закладных. Сноуборд имеет высокую степень жесткости. Доска имеет направленную геометрию. Удлиненная форма носа позволяет всплывать в пухлом снегу и более устойчиво на трассе. Технология Magnet Traction дает доске 5 дополнительных точек соприкосновения со склоном в момент перекантовки. Особенно это полезно на ледяных трассах и жестком снегу. Сердечник из осины и павловни и комбинированная оплетка сердечника из биаксиального, то есть двухнаправленного, и триаксиального, то есть трехнаправленного стекловолокна для контроля над доской на скорости. Синтерированный скользяк, неприхотлив в обслуживании, очень жесткий, хорошо держит парафин и отлично держит скорость. И бамперы. Там, где зона канта нерабочая, кант не ставится и идет вставка из полимера для того, чтобы при ударе доска не слоилась, не крошилась и не ломалась. Сноуборд Гну сделан вручную в Штатах на заводе Мервин.